Мы расследуем дело пациента, который в Хэллоуин 1978 года убил 4 подростков. Даже собственный психотерапевт пытался его застрелить. Любите ли вы Хэллоуин так, как любит его Джейми Ли Кёртис? Когда-то этот фильм стал успешным для ее карьеры. Теперь лицо покрыто морщинами, в отличие от истории. Она не стареет. Наблюдать за возвращением маньяка-убийцы увлекательно. Авария. Мам, ты о чем? Майкл сбежал. Простите, здесь занято. Есть кто? Будет страшно, так что если вы трус, берите подмогу. Но накануне Дня Всех Святых, который в этом году отмечается 31 октября, мрачное настроение гарантируем. То, что нужно, чтобы пройти фейс-контроль для праздника. Мам, а с папой все в порядке? Конечно, сынок. You lied to me. Его гордость задета. Такое бывает. О, это будет самый главный фильм для карьеры Кэрри Маллиган и Джейка Джилленхола. Критики пророчат невероятный успех. Сюжет крутится вокруг семьи, отношения в которой портятся на глазах сына-подростка. Если ты знаешь, как мне поступить, скажи. I would never. Я попробую. Ever. Может, все обойдется. Не обойдется. Сходите на это кино. Музыка – это вся моя жизнь. Представляешь, каково это? Приковывать к себе внимание 3000 человек. Я бы хотела взять еще урок. Повезло нам с актерами на этой неделе. Теперь поговорим о гениальных Мэрил Стрип и Хью Гранте. Несмотря на разницу в возрасте, они сыграли супружескую пару, в которой жена одержима идеей стать оперной певицей. У нее для этого есть все, кроме таланта. Иногда она дает петуха. Петуха? Самую малость. Если вы простите мисс Флоренс небольшую эксцентричность, то поймете, она добрейшей души человек. Это история о том, что способности не главное, и даже если у вас их нет, идите к цели, и может она приведет вас в Карнеги-холл. Мы не потянем Карнеги-холл с мадам Флоренс. Ты знаешь, что она не отступит, и тебе аккомпанировать, мой друг. О боже, мы же там умрем. Эти люди пережили ужас. Им нужна радость, нужна музыка. Но я боюсь. Не бойся, они полюбят тебя. Потому что не полюбить Мэрил Стрип невозможно. Мы хотим знать, кто ты. Тебя никто не знает. В файлах только имя Лукас. Ой, да ладно, все его знают. Это Жан-Клод Ван Дамм, и у него сегодня день рождения. Наверное, он решил его отметить выходом нового фильма. Играет вышибалу в клубе, ни одна мышца не дрогнет на его лице. Стоишь на ногах, работа твоя. Ну вы поняли, все как обычно. С днем рождения, Жан-Клод!